Всем привет! Меня зовут Скретчи, мы продолжаем играть в Майнкрафт, и сегодня со мной Ама. Всем киткат, друзья! И короче, ребят, сегодня мы установили балдежный мод на новые руды, и прямо сейчас я отправляюсь в шахту. Так что, Ама, ты сиди дома, понял? В смысле дома? Мне же будет тут скучно, почему мне нельзя с тобой пойти? Короче, задекорируй тут домик как-нибудь, я скоро вернусь, сиди дома, окей? Ну ладно. Так, оба-на, это что за покемон? Ребят, я таких раньше не видел в Майнкрафте. Здравствуйте, с вами можно поторговать? Нифига себе, я за изумруд могу купить Омнитрикс. Кстати, ребят, это офигеть как круто, потому что Ама никогда не носил Омнитрикс и даже не знает, что это. Это по-любому нужно покупать, это по-любому. Ама, смотри, смотри, иди сюда, посмотри, что там за черт стоит. О, где черт? Вон, видишь, это синий. Офигеть, что у него с головой? Он похож на обычного жителя, но с фиолетовой головой. Ага, замерз. Походу, может его согреть. Так, ты иди домой, я сам разберусь, понял? Ну ладно, ладно, все хорошо. Так, как раз таки одна штучка есть. Так, все, сиди, сейчас скоро вернусь. А куда ты пойдешь, мой изумруд? Да ладно, я тебе подарок принесу. Ну ладно. Короче, ладно, ребят, нужно быстрее прилить, купить вот эту штучку. Балдеж, балдеж. И теперь мы сможем с вами. Подождите! Блин, я случайно его надел! А я ж его теперь снять не смогу! Ладно, допустим, а изумрудов больше нет. Придется копать еще. Ладно, пока. Ама дома. И радиус голосового чата не даст. Ступен, можно выбрать себе какого-нибудь пришельца и показать ему, чтоб он вообще офигел. Человек-огонь или алмазголовый? Ну, наверное, все-таки человек-огонь. О, вот это, кстати, балдежно. Хотя, знаете, я его хочу поменять. А кнопка выбора персонажа не работает. Какой-то бракованный Омнитрикс. Ладно, пофиг. Все-таки можно уже отправляться к Аме, показывать ему. Ама, 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 иди сюда, смотри, смотри, что я сделал. Смотри на меня, смотри, что я... Ты кто? Свали из дома! Это что за пламенный человек? Ты мне весь дом сгорит дом, уходи! О, капец, кто это? Он что, меня не слышит, что ли? Боже, спасите, житель, ты куда, житель, делся? Да в смысле, да это я, Скретч. Я Скретч. Так, огненная тварь, уходи! Боже, что за фигня, блин, надо тортик поесть. У меня вопрос, почему, когда я превратился в пришельца, вообще отключился опять этот голосовой чат? Да это что-то нереальное, ладно? Спасите! Он хочет сжечь мой дом, пожалуйста, спасите меня! Да не хочу я сжигать дом, да куда? Он точно в воду не запрыгнет. А, тут сюда ты точно не запрыгнешь. Я тухну в воде. Вот так вот тебе, ничуть. Что это? Цветочек. Ой! За что? Я думал сначала, что он мирный, а он, оказывается, нет. Вот так и верь всяким дьяволам. Главное, в воду не наступать, потому что я начинаю каменеть. Так, нужно срочно принести ему мясо, мясо, мясо. За мной бежит какая-то огненная тварина. Скретч, спаси, пожалуйста, Слика, быстрый. Да. Я не поведусь больше на твое вот это вот. Я точно... вот, опять он тут огнем шныряется. Да я тестирую свои способности, он не понимает. Пока его нету, а нету здесь. На. Точно не будешь меня огнем штыряться? Да, я не знаю. Ну ты махаешь своей головой, а верит ли тебе так? Ну ладно. Ладно, надо сделать табличку. Да почему? И кстати, да, чат опять тоже не работает. Понимаю. Ладно, допустим. Скретч! Я здесь. У нас какой-то напрыгнейший ленец. И нужно будет испытать все свои способности. Видимо, сегодня мне придется проходить Майнкрафт за Аму, помогать ему. Ну да ладно, в принципе, почему бы, собственно говоря, и нет. Иди сюда, Ама. О, тортик. Нет, не сжигай тортик, пожалуйста. Я добрый. Он написал, я добрый. Ага. А чё это ты тогда меня огнем штырялся, а? Смотри, у меня железный меч, сейчас как щах-щах сделаю. Я проверял, работает огонь или нет. А да мне зачем проверять? Мог проверить, вон, не знаю, на Антохе там, или на Васе, или на Сане. Так, все, в принципе, всех жителей истребили. Чё я могу пережаривать предметы, кидаться огоньком? А ну попробуем. Антоха, Саня, еще кто-то там, за что? Так, смотри, я могу переплавить предметы без угля. Нифига. На, держи, ну, переплавь мне. Сваливаем. Ладно, шучу. Так, на Z, оба. Нифига себе, в натуре может. О, давай тогда бездельник, вот, поработай. Оп, все, 63 переплавил. Офигенная способность, кстати. Какая прелесть. Ну все, спасибо, пока. В смысле пока? Так. Не-не-не, меня выгонять не надо. Давай, я помогу пройти тебе Майнкрафт. Нет, я не буду с тобой проходить. Я как бы должен его проходить со Скретчем. Я ему обещал. А если я тебе скину кирку мою? О-о-о.
Кирочка, ой-ой-ой. Стоп! Это же Кирка Скретча! Откуда у тебя Кирка Скретча? Не понял! Куда убегаешь, верни Скретча! Ну ладно, тогда присвою себе кроватку Скретча. Как раз я люблю оранжевый, а то он у меня всегда забирал его. Да кого? Куда ты? Куда пришел? Горю, мама! Меня бить нельзя, он подгорает, начинает. Так, ладно, что у меня еще есть? Переплавлять, огненный удар, фаербол. О, супернова, а что за супернова? Ой, нифига себе, костюм, сейчас тут все сгорит. Тихо. Это не должно было произойти. Ну хватит, куда ты дел Скретча? Ну признайся, пожалуйста. Картошка. Так ты с моей поляны ее взял. Ой, я могу всю картошку собрать и переплавить. Пам, опа. Хотя ты, в принципе, очень полезный чел. Нужно овечек ему побольше убить, переплавить их, и тогда он поймет, что я с добрыми намерениями. Так, я его не слышу, видимо, я слишком далеко убежал. И надеюсь, дождь меня не потушит. Офигеть, здесь слишком много овец. Ладно, я думаю, этого количества хватит. Теперь нужно это все переплавить. Так, делаем бац-бац-бац. Все переплавлено. О, кстати, дождь меня не тушит, мне это нравится. Так, ладно, нужно быстрее отправляться домой, где он там есть. Эй, господи. И самому покушать. А, он меня все равно не слышит, а только я его слышу. Ама! Да хватит меня бить, у меня мало хп остается из-за тебя. Ладно, я ему половину отдам, все-таки мне тоже кушать надо. Мясо, отлично. Ну что ж, чего? А, я думаю, наверное, тебе в это время нельзя выходить. Ты ж потухнешь. Как будем проходить Майнкрафт? А, блин, ты ж нифига сказать не сможешь. Ну я умею писать, он же это увидел. Он, видно, хочет что-то написать. Я умею писать. Да я знаю, что ты умеешь писать. Это закинь, что вот таблички же есть. Откуда ты знаешь наш язык, а? Признавайся, это что, из-за того, что ты Скретча съел? Я его не ел. Не ел Скретча? А кто его съел тогда? Ты его съел. Он в картошке жареной. Ты его съел в картошке жареной. Давай мне задание, я буду помогать. Задание, ну смотри, мне нужен алмазный меч. Ну как бы сражаться с драконом, все дела, а? Думаешь, это так легко, посмотрел по моим ящикам и все? Положил обратно, ты чё? Ладно, положу обратно. Давай, давай, я хочу, чтобы ты мне принес алмазы на алмазный меч. Дай кирку. Не дам, это кирка Скретча. Ну ладно, на, держи. А, вот так, значит, просто с моими кирками? Ладно, все, я пошел это. Зачем я ему что-то объясняю? Так, алмазики ему надо. Главное, дом не потерять. Надеюсь, я его не потеряю. И, надеюсь, шахту найду быстро. Так что, погнали в шахту. Later. Кстати, и не надо забывать, что я в лаве, как дома у себя нахожусь и могу летать по лаве вот здесь. О, алмазы. Так, подождите, нужно их как-нибудь добыть, чтобы они не сгорели. Ладно, надеюсь, они не сгорят. Добываем алмазики в инвентарь, пожалуйста. О, балдеж. Я сейчас два алмаза такими темпами очень быстро на алмазный меч добуду. Нет, один алмазик сгорел. Алмазы прямо по курсу. Включаем реактивный полет. О, я еще и слева алмаз вижу, балдеж, я ему принесу даже больше, чем нужно. И он тогда поймет, что я супер крутой. 4 алмаза вместо 2 принесу. Все, балдеж, в принципе, можно возвращаться домой. Собственно говоря, почему бы и нет. Так что, отправляемся домой. Так, я уже, в принципе, подлетаю к домику. Здравствуйте! На. О, ты вернулся с алмазами. 4 алмаза? Ну ладно, пока тебя тут не было, я добыл еды, чтобы была, как бы, мало ли нам урон будут наносить, так что на, вот это можешь переплавить. Еще я тут это, ходил там, бродил, и мне один житель подарил золотую броню. Ну, она нафиг не нужна, поэтому я просто золотые слитки хочу. Так что, давай, ты же по-любому можешь их это вернуть в прежнее состояние слитков. Переплавить золотую броню? Ну, давайте попробуем. Так, чё-то не плавится. Ой! Хватит пытаться! Ай! Ой, хватит! Я случайно! Хватит! Горит! Я буду, пожалуй, в золотой броне. Нельзя ее переплавить почему-то. Что ты на себя ее нацепил? Ты чё? Я ее просил переплавить. Или чё? Ты не можешь ее переплавить? Плавить, что ли? Нет, не могу. Да, блин, я сейчас все поподжигаю здесь. Не могу, нет. Ладно, печальная история, очень печально. Блин, все уже зажарено. А почему вообще все перестало переплавляться? Я хотел сейчас переплавить булыжник, а он не переплавляется. Подожди, а где моя еда, я не понял? В смысле, она у тебя, сам сожрал и на меня что-то гонит. Где еда? Не ломай дом! Ой, кажется, уже закат. Очень красиво все дела. Но нам нужно теперь построить портал в ад. Я не знаю, умеешь ты этого делать или нет, но нам нужно добыть... Обсидиан нужен, обсидиан! Как же он назывался? Я хочу попробовать воду превратить в лаву. Возможно, какой-нибудь из способностей это получится сделать для того, чтобы не идти в шахту. Это тоже ничего не делает. Хорошо, эта способность тоже ничего не делает. Так, ой! Все пошло не по плану. Сейчас все сгорит, блин. Ладно, нужно идти за обсидианом и помогать Аме. А то реально, я тут больше разрушаю, чем ему помогаю.
Ладно, короче, раз ему нужен обсидиан, значит я отправлю за обсидианом. Хотя, знаете, легче будет добыть пару кусочков железа. И так как я человек-печка, так сказать, я смогу это переплавить. Так, я здесь уже был. Нужно другую шахту. Так, вот как раз-таки шахта. О, вижу. Нам понадобится всего два ведра. При помощи них мы построим с вами портал в ад и подожжем какой-нибудь огненной способностью. Оп, как раз-таки 6 железочка. Теперь нам нужно это все дело переплавить. Переплавили. Церковь, я ему сейчас принесу золотые блоки. Он скажет, типа, нифига себе. Он же хотел, чтобы я золотую броню переработал. А считайте, переработал только в блоки в золотые. Я думаю, ему понравится. Так, все, в принципе, 3 золотых блока добыто. Пошел дождь. Ладно, я ему еще принесу что-нибудь из этого дома. Он по-любому обрадуется. А потом нужно найти где-нибудь изумруд и поторговаться с жителями для того, чтобы купить еще один Омнитрикс. И для того, чтобы Ама меня наконец-таки начал слышать. Так, все, куча яблок, куча хлеба. Отправляемся домой. Так, ладно, я уже, в принципе, подлетаю. Здесь некоторые жители в домах позаперты. Понятно. Здорово. У меня, кстати, еще одно задание появилось для тебя. А ты, кстати, добыл обсидиан. Вот это красиво. Как раз будет скретчу, если, конечно, вернется в наш мир. Я не знаю, где он точно гуляет. Я здесь. Ладно, ладно. Так, я понял. Я пока построю портал в ад. Он, в принципе, просил обсидиан. Так, где здесь лава? Вот здесь лава. Ну ладно, будет далековато, конечно, портал. Но какая разница? Главное, что портал. Так что строим. Сначала берем воду, разливаем вот сюда. И при помощи лавы можем строить портал в ад. Короче, ребят, как только я дострою портал, мы с вами продолжим. Ну что, ребят, портал построен. Нужно сказать Ами, чтобы он шел за мной. Так, водичка, давай уходи. Все, нужно лететь к нему и говорить. Срочно говорить, срочно говорить. Где он есть? Иди за мной. Пошли, 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 пошли. Пошли, пошли, пошли. Вот он портал, вот он, вот он, вот он, вот он. Ты все-таки построил портал, идеально. Как ты его включишь? Так, ща придумаем. О, включился. Нифига себе, это так удобно. Просто взял, короче, огнем, зафигачил. А, пауки нападают, все нападает. Ладно, побежали быстрее в портал, побежали, побежали. Юху. Так, ладно. Мы в аду. Ладно, понимаю. Так, нам нужно теперь найти крепость, крепость. А стоп, а зачем нам в ад вообще, подождите. Я думаю, нам стоит найти крепость. Так, а зачем мы в ад пришли, я что-то вообще перепутал все. Нам же нужно было в Эндермир. Так, чтобы попасть в Эндермир, надо в ад. Глупый Ама, никогда не проходил Майнкрафт, что ли? Так, ладно, я уже добыл 4 огненных стержня. Сейчас я по-быстренькому их подобываю и прилечу к нему. И принесу еще челюсти заклинателя, верстак в инвентаре. Короче, он вообще офигеет от того. Я ему еще вот это посмотрю. И вот это я ему подарю. Сейчас, короче, ему все поподарю. Вот очень много разных крутых предметов, он офигеет. И, по-моему, кстати, уже начинает действовать радиус вот этой вот штуки. И он меня не слышит. Ладно, в принципе, какая разница. У меня уже 5 стержней ефрита. Нам нужно, в принципе, 7. Так что ждем, пока они заспавнятся. И убьем их. Так, 7 стержней добыто. Ща перекусим и отправляемся. Так, ну чё, в принципе, я уже отправляюсь к порталу. А, вот он и портал. Он даже не понял, что произошло. Здорово. Так вот, я забыл сказать. Ты все добыл, нифига себе. Я что-то вообще забыл такой. О, а это что такое? Амулет левитации? Нифига, это что? О, это верстак в инвентаре. Офигенная штука. Челюсти заклинателя. Вот это, конечно, добыча. Короче, ему нужно вот так вот прыгнуть с амулетом. И он поймет или нет вообще? Ты что, больной, зачем ты прыгаешь с горы? Блин, он не понимает, ему нужно прыгнуть тоже. Уху! Прыгай, прыгай, давай. Ну, я надеюсь, я выживу. Не знаю, что он намекает. Может, просто через это мы сможем попасть в Эндербир? О! Нифига себе, я летаю! Мама мия, эста мио! Секс, ну мы в обычном мире, поэтому теперь твоя главная задача это найти 12 эндерперлов. И пока их не добудешь, не возвращайся домой. Так, он сказал 12 эндерперлов, а почему 12, интересно? Надо же больше. Ну ладно, неважно. Так, эндермены, я убиваю с 3 ударов, уже 2 эндерперла. Короче, ребят, как только я добуду нужное количество эндерперлов, мы вот это я ему тоже принесу, это ему понравится. Все, короче, убиваем эндерменов. Later. Так, короче, ребят, я добыл 14 штучек и могу возвращаться домой. Стоп, а где мы вообще живем? По-моему, да, вот здесь вот мы живем. Мама, наверное, уже... А где он ходит вообще? Где он шляется, не понял? А вот он бежит. Ты че меня там одного оставил? Там столько зверей всяких было. Надо было сначала их развести, а потом задание выполнять. Да ты че... Да... Так, нужно изумруд для того, чтобы купить ему тоже Омнитрикс. И так будет гораздо лучше. Так, стоп, я же совсем забыл, у меня же дома есть нычка, о которой Ама не знает. Ну да ладно. Ты чё там копаешь? Откуда тут сундук? Ты чё, демон, спрятал свои вещи у нас под зданием? Я все скретчу расскажу. Сейчас я ему куплю Омнитрикс, и он все поймет, все поймет. Так, 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 так. Оба, все купил. Так, ладно, ладно, ладно. Что тут еще есть? Ай, ты чё? Ух ты, а это что за фигня? Он вообще не шарит, короче.
Кстати, ладно. Я надеюсь, он догадается, что его нужно надеть как броню. Но мне кажется, он не догадается. Надень вместо нагрудника. Надень вместо нагрудника. Ага. Странно как-то так. Сейчас накину. О, балдеж, балдеж, он разбирается. Не, какие-то тут интересные кнопочки. Вот эту нажму. О! Ама, ама. О, я твой ник вижу. О, что? Скрэч, это ты что ли был? Да. Офигеть, что это за фигня такая? Ты такой стрёмный. Ты алмазголовым стал алмазом. Пец, ну это, конечно, силушка. Ну ладно, у нас теперь есть все для того, чтобы пройти Майнкрафт, так что... Прямо сейчас мы отправляемся в Эндермир. Later. Ну что ж, ребят, мы самой спустились. Тут сундук какой-то, интересно, что в нем. Это было сложно, конечно. Так сложно искать никогда не было. Ух ты, нифига, тут да. Нормально так. Но это нам ничего не нужно. Вот здесь этот, быстрее вставляй око Эндера. Ага, конечно, сейчас вставлю. Дай-ка пройти. О. Ну давай, вставляй уже, вставляй. О-о. Короче, смотри, ты мега сильный, а я умею летать и плеваться огнем. Так что я буду летать и разрушать кристаллы. Сталы при помощи каких-нибудь способностях. Понял, понял. А смотри, ты... какой балдеж. Да, балдеж, погнали, давай. Иху! Смотри, я, короче, полетел и буду разрушать кристаллы. Последний кристалл, и все будет четко. И бам! Готово, все, мы все разрушили. Все, давай, 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 давай. Атакуем по максимуму, всеми способностями бей. И не только способностями, он улетел. Фигачим, фигачим, давай. Тут у него вообще мало хп, правда, с такого расстояния очень сложно попасть. Ой, вот. Спускается, давай, 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 давай. Спам, 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 спам. Да! А, отлично, мы сделали это, Скрэч. Очередной раз, победа. Да, все, супер. И ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Все ссылочки в описании. Ну а с вами были Ама и Скрэч. Всем удачи и всем киткат. Всем пока-пока.